Привет всем, добро пожаловать на мой канал о рукоделии. Очень рада вас здесь видеть. И сейчас я буду делать такую вот мужскую открытку в коричневых тонах, в ретро-стиле. Я купила недавно вот такой картон, он мне очень нравится. У него такая необычная тут вставочка. И я основание открытки делаю из коричневого картона. Вставочка у меня будет размером 9.5 на 19.5 сантиметра. Также мне понадобится, я хочу добавить сверху такую же полоску, как снизу. Вот такую полосочку я добавлю сюда. Она закончит вот этот образ. И теперь я хочу добавить вот эту текстуру внутрь, где будет поздравительный текст. То есть я вырежу такого же размера. Вот так. Сейчас я сюда вклею эту вставку. Сюда помещу граммофон и окончание. И надпись я сделаю на вот этих нотках. Я сделала такую вот надпись, она поддерживает общий стиль ретро-открытки. И давайте соединим все основные элементы. Начну я с серединки. Надпись я приклею на двусторонний скотч. Чтобы добавить ей объема. И теперь я отправлю открытку под пресс, чтобы она хорошо проклеилась. Вот такая открытка в ретро-стиле у меня получилась. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на новые видео, чтобы увидеть еще много разных интересных идей. Всем пока!